Всем привет, ребятки! Сегодня у нас на обзоре вот такая вот вилочка GM-овская, 100% оригинал, качественное исполнение, сделано в Корее. Это вилка выключения передач, выжимает выжимной подшипник в коробке. Что хотелось бы сказать, да? Как видим, вот здесь вот есть голограмма, да? То есть это оригинальный GM, Made in Korea, номер, все как положено. Подходит на Lanos, Nexio, 1.5, 1.6, без каких-либо там вопросов, да? Это стоимость этой вилки, на секундочку, ребята, 435 гривен. Или же 20 долларов. Это стоимость вот этой вилочки. Но она оригинальная, понимаете? То есть, в чем, значит, собственно, прикол? Как видим, вот здесь имеются такие как бы ушки. И вот это, этим, собственно, ушком выжимает, постоянно давит на подшипник. И оно стирается. Следовательно, выходит из строя и идет какой-то недовыжим у вас, либо что-то еще. Поэтому лучше брать эту запчасть оригинальную, потому как китайская, они могут или уши поотламываться вот эти, да, или стереться она, еще сцепление не отходит, она уже сотрется. В общем, ребятки, как-то так. Вот предлагаю вам к просмотру, я же говорю, и к покупке вот такую запчасть, оригинальная, сам ставлю, сам вот сейчас будем ставить на СТО такую, собственно, вилочку. Всем пока, до новых встреч, подписывайтесь на канал.